Приятно в руках держать. Очень даже замечательно все. Понравится и учителям, и, конечно, их подопечным. Как и во многих других пензенских школах, в 11-й получение новых компьютеров – настоящее событие. 28 ноутбуков и многофункциональное устройство, которое может сканировать, копировать, печатать, должны существенно облегчить образовательный процесс. У нас 138 компьютеров, ноутбуков, но они, из них уже половина устаревшие, им более 10 лет. Выработали свой ресурс. Вся техника получена по нацпроекту образования. Ее будут использовать не только на уроках информатики, но и на других занятиях. А его прелесть в том, что оно мобильное, легко переносимое, и им могут пользоваться на уроках дети разных предметов, в разных классах и разных предметов. Для изучения новых тем, для обобщения, для контроля ноутбуки могут быть использованы. При определении, каким именно школам в первую очередь необходимо предоставить ноутбуки и вспомогательное оборудование, в региональном министерстве образования учитывает несколько факторов. Берется количество обучающих, количество кабинетов, оснащенных уже техникой, количество кабинетов, оснащенных интернетом. Используется ли техника в обязательном процессе или эта техника используется административным персоналом. В этом году сумма затрат из федерального и регионального бюджетов на покупку компьютеров составила 131 миллион рублей. До 2025 года планируется улучшить материальную базу еще 161 пензенской школы.